Всем доброе утро. Я на кухне. Я готовлю ножки, которые хотела приготовить вчера, но у меня просто не было сил. Сейчас я вам их покажу. И я сделала салат, который собиралась сделать еще неделю назад. Греческий салат. У меня просто оставался сыр, и дома были все ингредиенты для того, чтобы его сделать. И сегодня настал его час. Я с вами говорю, а у меня уже слюни, знаете, текут. Я так хочу этой курочки. Смотрите. Вот она, курочка, ножки. Я их замариновала, как обычно, я делаю соевый соус, горчица, соль и перец. И на хорошо раскаленную сковородку вот так выкладываю. Я закрыла сразу крышкой, чтобы вот этот жир весь не брызгал. То есть оно и поджарилось, и не сварилось там, знаете. И вот целую миску сделала салата, но я еще ничего не перемешивала, потому что внизу там листья салата. И потом я положу себе отдельно, заправлю уже и перемешаю. И смотрю фильм, называется «Иллюзия обмана». Сначала первая серия была, потом вторая. Обожаю этот фильм, обожаю всех актеров. И я люблю такое, знаете, про эти, про всякие фокусы там. Говорю тихо, потому что Руслан спит. Не захотел идти в комнату, говорит, хочу тут с вами спать. Ну вот спит. В берушах, в маске. Поэтому тепло и прекрасно. Милена уже домашнее задание сама практически выполнила. Я вам потом покажу позже, какое задали домашнее задание интересное. И она торопится его выполнить, чтобы мы с ней пошли в магазин купить ей игрушки. Она там попросила у меня кое-какие игрушки ей купить. И она ждет, что я приготовлю обед, она быстро сделает уроки, и мы с ней пойдем. Видите, какая мотивация? Мотивация играет важную роль. Да, если она замотивирована на то, чтобы ей купили игрушки, она должна сначала сделать уроки, чтобы быть свободной, и потом купить эти игрушки и в них играть, понимаете? Также для любого человека, даже в работе, важна мотивация. И, например, для меня вы мои мотиваторы, вы мне пишете приятные комментарии, я рада для вас снимать ролики. Вот и все. Это идет такой, знаете, взаимовыгодный обмен энергиями. Вот, смотрите, курочка получилась и салат. Ну, это прекрасно. И фильм. Вот оно то интересное задание, про которое я вам говорила. Поскольку они сейчас на польском проходят рассказ про собаку. Хозяин умер, она там воды на станции вышла попить, это на кладбище сходила к нему. Да? Да. Одна собака, а вторая пошла к другому. Ой, я... Ага, понятно. Я забыла, как зовут эту собаку. Лампу. Лампу, вот. Это очень известный рассказ. То есть, и теперь к этому рассказу им дали задание сделать эту собаку. Видите, тут надо использовать какие ингредиенты, материалы в работе. И у нас, значит, как раз-таки есть полотенце. Есть какие-то пуговицы, но мы сейчас подумаем, если у нас не получится сделать из того, что есть, значит, поскольку мы идем в магазин, нам придется купить еще там, что нам не хватает, чтобы это сделать. Смотрите, глаза есть, нос. А прикольный получился, да? И такой у него тут галстучек симпатичный. Короче говоря, купили мы фетр и сделали ему уши. Я купила вот такой фетр и еще красный Милене. И вот такой у нас получился верный пес. Купили мы Милене ушную игрушку. Мы сейчас в галерее сидим. Я купила орехи в шоколаде, жую. А? Посмотрите. Ну, посмотрите.
И мы сейчас сели как раз-таки... В общем, получается, что открылись, ну, некоторые кафе, в общем, можно посидеть. Но тут людей нету, никто ничего не ест. Мы просто сели. Милена игрушку захотела открыть, и поэтому... Если уж стулья поставили, то наверняка что сидеть можно. Потому что все протерли, получается так. Только мы проговорили, и к нам подошли эти. Ну, мимо кто проходили, кто там у них работает. Ну, кто следит, от администрации. Сказали, что еще нельзя, только с понедельника можно будет типа сидеть. А зачем они тогда все это открыли? Вернулись мы с магазина, в общем, зашли в ведровку по пути. Нужно было купить батон. И так, видимо, пить хотелось, что, знаете, тут виноград пошел в ход, а он еще лежит такой, знаете, аппетитный, крупненький. И там можно было взять, ну, столько, сколько нужно, там, одну веточку, например, взяли. Купила я, захотелось мне такого, знаете, пирога, чтобы он был какой-то с фруктами. В общем, это в пекарне делают такой. А Милене взяла такой маффин. Что еще интересненького? Да ничего, сейчас вон обедом кормлю Милену, и у меня будет собеседование через там сколько? Через 18 минут. Так, на Милену себе помидор. Милене даю куриную ножку жареную и помидор. Куриная ножка. Ножка куриная. Жареная. Курья. 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 Курья ножка. Курья, курья. Руслан купил вон что. Для мангала набор. Взял такие стаканчики, чтобы эту... Рассаду. Рассаду выращивать. Я на цену посмотрела, я говорю, что, простых не было? В общем, в этих, получается, эко, эко-пластик. И вот. Купила мороженого разного. Сейчас я покажу. Милена вот такое выбрала. Киткат. Я взяла себе вот такой. Я уже его начала есть, половину убрала. Все не съем. И еще какой-то взяла. Вот с этим, с фисташкой. Ой, что это? Не фисташка. Миндаль, в общем. Что-то захотелось мне разного мороженого есть, пробовать. И, видимо, пора настала такая, что когда тепло, хочется мороженого. Потому что зимой совершенно его не хотелось есть. Так что я сейчас быстро пью чай за 10 минут и на собеседование бегу. Сколько, говоришь, стаканчики стоят? 9. Кстати, между прочим, у Руслана диплом, он по образованию у него агронома. Так что всегда все, что касается растений, выращивания чего-то, по скрещиванию деревьев, это Руслан. Он скрестил этот... Лещина, да, росла? Росла лещина, и она что-то не давала орехов. И он приделал прищепы абрикоса. Был миндаль? Миндаль. Прищепа была на корни алычи. Миндаль замерз, а корни алычи живые. И на эти корни... Абрикос потом? Абрикос прищепу сделал. Ну вот представляете, и такие абрикосы, и правда сорт абрикоса очень вкусный был. И они как-то через раз-два года почему-то абрикосы, да, цветут? Нет, они цветут. Каждый год просто замерзает. А, ну, в общем, были плоды и прям тазиками собирали. И так было приятно, знаете. И абрикосы вкусные, и знаешь, что это твой муж, этот абрикос, из какого-то дерева бесполезного вырастил. И, кстати, у меня этот цветок-то, видите, очухался. Он засох, короче говоря. Он засох. Понесла-ка я их на балкон. Потому что им тут совершенно нечего делать. Вы мне сказали, что их можно на балконе. Так что я их сейчас отнесу. И бог с ним, с дождем. И пусть, в общем, стоят там. Помоги, Милена, мне. Возьми цветочки. Пойдем.
дать? А куда хочешь. Вот, кстати, смотрите уже, какие это клубника. Вон, смотрите, какая огромная. Вы знаете, когда она покраснеет, кто первый съест? Конечно же я. Подеремся еще. А на помидоры, вы говорили, этот паутины нету. Паутины нету, помидоры нормально, но посмотрим, потому что их тоже будем пересаживать в большие эти горшки. А кто петрушку всю съел? Милена, ты? Нет. А кто вот так ее, кто вот так отсюда ее поел? Ты? Не, я не скупил. Да? Не так вот беру. Ну ладно.